А что там у этой девочки-то случилось такое? Ну спросите, что у нее случилось. Ну, в смысле, я у вас спрашиваю просто. Да не надо у вас спрашивать. Там будет определять. Ну, решаем все бутылки. Есть бутылки, я просто решаю. Вы же конкретно по этой машине интересуетесь? Не, мне-то да. Посмотрели? Да, да. Угу. Он ее сфотал. Хорошо. То есть там... Там накосячили, когда что-то делали. Хочется ездить уже и как бы нормально, чтобы она не подводила. Так поеду куда-нибудь на трассе, она меня подведет, встану и все. Ошибка. А бензина сколько у меня сожрала? За полдня полбака на кислороднике. И я прошу предоставить мне чек о том, что вы... О, чек, да, чек. По покупке, что вы купили новый кислородник. Желательно не с разборки. Потому что машина за 1,5 миллиона, сами понимаете. Себя на мое место поставьте, если бы вас вот так вот обманули. Причем я видела свою машину в ее состоянии, в котором она была в Японии. В котором ее привезли сюда. Могу вам показать, чтобы вы тоже видели. То есть после такого момента нужно ее конкретно восстанавливать. Электрику, проводку и тому подобное. И подушки меня интересуют. Не хочу...